Сержант внутренней службы Раиль Габайдуллин и старший сержант внутренней службы Юрий Решетов погибли 29 марта 2005 года. Тогда произошел пожар в одном из димитровградских предприятий. Молодые ребята одними из первых оказались на месте ЧП и в буквальном смысле приняли огонь на себя. Ценой победы над стихией стали их жизни. Открываем с вами доску памяти трагически погибшим нашим сотрудникам Габайдуллину и Решетову. Жизнь у них была короткая, но значимая. Вечная память о них будет в наших сердцах, не только наших, но и последующих, тех сотрудников, которые придут в данное подразделение проходить дальнейшую службу. Хочется, чтобы мы никогда о них не забыли и всегда помнили о близких, родных. Ребятам не было и 30 лет. У обоих были семьи. На руках Лилии, вдовы Раиля, тогда остался двухмесячный сынишка. Сейчас Айрату уже 6. Папу он помнит только по фотографиям, но то, что папа герой, знает. На пожаре он погиб. Он спасал других людей, да? Да. А у Юры и Людмилы Решетовых тогда подрастал 6-летний Дима. Ну, многие моменты, конечно, он помнит и вспоминает папу. Сначала были, значит, первые 2 года он вспоминал со слезами, потом уже как-то осознавал, наверное, то, что вот папы не будет, там грустно становился, но он сам говорил, мам, не так грустно. Вот, ну, слава Богу, пережили. Конечно, тяжело было. Время лечит, и сейчас у Лилии и Людмилы новые семьи. У каждой родился второй ребенок. Но все эти годы им помогали пожарные, коллеги погибших мужей. А 6-летний Айрат уже сейчас знает, кем хочет стать. Хочу быть пожарным. Имена Юрия Решетова и Раиля Габайдуллина занесены в книгу памяти Поволжья. Указом президента они посмертно награждены медалью за отвагу. Виктория Меметова, Виталий Немов. Новости Димитровграда.